Генеральным штабом уже реализован ряд мероприятий. Мы выполнили первоочередные меры. У нас перебазировался и встал на новое место несения дежурства наш ракетный крейсер «Москва». Он занял район прибрежной части Латакии и готов уничтожить любую воздушную цель, представляющую потенциальную опасность для нашей авиации. Кроме того, все дальнейшие действия ударной авиации будут осуществляться только при прикрытии самолетами-истребителями. По решению Верховного Главнокомандующего, для обеспечения противовоздушной обороны на всех направлениях в Сирии на аэродром Хмеймим перебрасывается зенитно-ракетный комплекс С-400. Мы прекращаем все контакты с Турцией по военной линии. Еще раз повторю, что все поручения и отработанные планы наших дальнейших действий приняты, одобрены Верховным Главнокомандующим. Прошу приступить к их незамедлительному исполнению.